Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Николай Латанский и... Лиса Ле. И в этом втором видео мы хотим вас подготовить к событию, о котором вы уже наверняка знаете, слышали, а именно прорыв к успеху с Николаем Латанским и с Лизой Николь, который пройдет, состоится в Киеве 14-16 сентября. И для того, чтобы вы могли получить максимум пользы от этого тренинга и действительно совершить самый большой прорыв в своей жизни, мы приготовили для вас серию видео, которое подготовит вас и даст вам домашнее задание перед тренингом. И я попросил Лизу подготовить для вас эти домашние задания, и сегодня у нас следующий урок. So, Lisa, what is the next on the agenda? So, the next thing on the agenda is how to shift past your limiting beliefs that have stopped you before. Сегодня мы поговорим с вами о том, как избавиться от тех ограничивающих убеждений, которые вас до сих пор останавливали. The thoughts and the beliefs that keep reoccurring in your head that causes you to stop when you want to go. Те мысли и те убеждения, которые крутятся у вас в голове и которые вас останавливают, когда вы идете к своим целям. When you know your greatness, you know your genius, you know your champion, but you can't seem to get past that chatter in your head to get to it. При том, что вы знаете о своих уникальных дарах, о своих талантах, о своей особенности, все равно в голове крутятся те внутренние разговоры, которые не пускают вас дальше. I'm going to give you a process so you can begin to manage it today. И сегодня я вам дам процесс, который поможет вам начать избавление от этого уже сегодня. Now, this is one of my personal favorites. И этот процесс, это один из моих самых любимых процессов. In my book, no matter what, it's the first exercise I give my students. Более того, моей книге, моей последней книге, книге бестселлера, я не помню, как она на русский язык называется, переводится, на английском называется «No matter what», по-русски, по-моему, называется «Несмотря ни на что». Это самое первое упражнение, которое мы делаем в этой книге. But even bigger than that, it's the very first exercise I do whenever I need to get back in my strength. И более того, это упражнение, которое я сама делаю прежде всего тогда, когда мне нужно прорваться. So here's what you do. Итак, вот что вы сделаете. I want you to grab about 16 sheets of paper. Вам нужно взять 16 листов бумаги. Now, for the record, the more successful you are, the more pieces of paper you might need. Итак, если вы хотите, и чем большего успеха вы хотите, тем больше бумаги вам понадобится. And I'll tell you why. Я скажу почему. This exercise is called exposing the lies. И это упражнение называется «Встречаемся с ложью». The chatter that goes on in your head. Те разговоры, которые крутятся у вас в голове. That's not the truth. Это неправда. We're gonna expose it and look at it. Мы встретимся с ними. But more importantly, we're gonna disempower it. Более того, мы их обезоружим. So here's what we do. Итак, как это происходит? Get a pencil and a red pen. Возьмите карандаш и красную ручку. Okay. And in pencil, I want you to write down the lie that you tell yourself. И карандашом я прошу вас написать то вранье, ту ложь, которую вы сами себе рассказываете. The lie that says, I'm not good enough. То вранье, которое рассказывает, я недостаточно хорош. I'm not pretty enough. И я недостаточно красива. I'll never be super successful. И я никогда не стану супер успешным. I'm not as good as him or her. И я не настолько хорош, как он, она или он. You know the lies. Вы знаете все это вранье, которое у вас крутится в голове. That chatter that follows you everywhere you go. Эти внутренние разговоры, которые вас постоянно преследуют, куда бы ни шли. The consultant in your head. Тот консультант, который живет у вас в голове. Or the committee in your head. Или тот совет директоров, который там живет, или консультантов, которые вам рекомендуют, как жить. We're gonna expose them. Мы с ними встретимся и разберемся. So in pencil, I want you to write the lie and then skip a big space, four lines. Карандашом вы записываете это вранье и somehow... Skip, if it's line paper, skip four lines. If not, just skip a space. Если вы пишете это на листе пролинейных листах, то после каждого вранья оставьте четыре линии, четыре строчки. Или если вы делаете на чистом листе, просто посмотрите, оставьте место. And then write another lie. Напишите следующее вранье. And then skip space. И опять оставьте чистое место. And then write another lie. И опять вранье, и снова чистое место. Let me tell you the categories that you can use as your guide. И
Давайте я вам подскажу категории, которые вы можете использовать как в, для того, чтобы как подсказку для себя. Write the lies that you tell yourself about who you are in business and around money. Напишите то вранье, которое вы себе говорите по поводу бизнеса и денег, о себе. Write the lies you tell yourself about who you are in relationships, family, romantic, friends. Напишите то вранье, которое вы сами себе рассказываете в отношениях по поводу семьи, по поводу друзей и по поводу romantic. Friends, romantic, family, colleagues. Семьи, друзей, романтические отношения, коллеги. Write the lies you tell yourself around your health, your weight and your body. Напишите то вранье, которое вы говорите по поводу своего здоровья и своего тела. Write the lies you tell yourself around your spirituality and your faith. Напишите вранье, которое вы говорите себе по поводу вашей духовности, вашей веры. Those are the four categories I want you to focus on. Это четыре категории, которых я хочу, чтобы вы сфокусировали. Business and money. Деньги и бизнес. Relationships. Отношения. Health. Здоровье. Spirituality. И духовность. And I want you to write down the lies that you tell yourself one category at a time. Use as many pages as you need. И когда вы будете писать, пишите то вранье, которое вы сами себе рассказываете, по каждой категории отдельно. Сначала одну категорию, потом вторую и так далее. It's important for you to know. И важно, чтобы вы знали. The more successful you are in the world. Чем более успешным вы хотите быть. The more lies you tend to tell yourself. The more lies we have to expose, the more negative. Чем более успешным вы хотите быть, тем больше вам нужно выписать того вранья, которое крутится у вас в голове, которое вы сами себе рассказываете каждый день. Because you're doing big things. Потому что вы занимаетесь большими делами. So sometimes there's a lot of chatter. И поэтому в голове очень может много происходить этого разговора. So in pencil, write the lie, skip a space. Итак, карандашом вы записываете вранье. И оставляете пустые, пустое место, пространство. Page one, page two. Страница первая, вторая, page three, третья, page four, четвертая, five, пятая, six, шестая. Don't stop. Не останавливайтесь. Seven, седьмая, eight, восьмая. You're doing good. Вы хорошо делаете, молодцы. Nine. Девятая. I had 13 pages. Я написала 13 страниц. Not too long ago. Недавно. And so it's okay. Это нормально, что у вас есть это. You have to see. What's going on in your head? То, что вы должны увидеть, что творится в вашей голове. Some of it's going to make you laugh because it'll be so ridiculous. Некоторые из этих этого вранья заставят вас засмеяться, потому что они будут сами по себе очень глупы. Then get the red pen. Потом вы берете красную ручку. And in between each lie. И между каждой из этих из этого вранья. Write the truth. Пишите правду. Now you're going to get stuck here. Здесь вы можете по-настоящему застрять. You're gonna wanna say, I don't know the truth. Вы можете даже себе скажете, я не знаю правду. But you know there is a truth because you identify the lie. Но знаете, вы знаете правду, потому что вам удалось определить вранье. Even if you can't believe it yet. Даже если вы еще пока не можете в это поверить. Still write the truth. Все равно запишите правду. At least you know what it is. At least you'll know what it is now. At least you can see the truth. До тех пор, пока вы не увидите, если вы. Once you see it, you know that there's a truth that goes with that lie. Когда вы, и вы увидите эту правду, вы увидите, что каждому вранью соответствует какая-то правда. Now, once you've written the truth in between every lie. Теперь, когда вы написали эту правду между враньем. All of them. Every lie has to have a truth. По поводу каждого вранья должна быть записана своя правда. For one day. Один день. I want you to read the lie, read the truth. Read the lie, read the truth. Первый день я хочу, чтобы вы читали вранье, правду, вранье, правду, вранье, правду. Neuro-linguistic programming. И нейролингвистическое программирование. Will then have you, when you think of that lie again. Заставит вас, когда в следующий раз вы будете думать о вранье, которое творится у вас в голове, происходит у вас в голове. Your mind will see the truth in red. Ваш мозг, ваш разум будет видеть правду, которая написана красными буквами. After you've read all the way through, lie, truth, lie, truth. И когда вы прочтете это все, вранье, правда, вранье, правда, вранье, правда. Erase the pencil. Вы берете резинку и вытираете то, что написано карандашом. And you're only left with the truth in red ink. И у вас остается только правда о вас. And it's always been your truth. И знаете, что это всегда была правда о вас.
So your homework is just that. Итак, ваше домашнее задание именно это. And then I want you to post on this website. И я очень потом, я хочу, чтобы потом, после того, как вы это сделали, вы опубликовали на этой странице. What was the biggest breakthrough for you when you did it? Написали о своем самом большом прорыве, который произошел с вами, когда вы делали это упражнение. What did you realize that you know a thought that you no longer believe that you've outgrown? Например, убеждение, которое вы в себе обнаружили, которое say it again, please. A thought that you've outgrown. It's an old thought. Может быть, мысль, которую вы уже давным-давно переросли, но которая по-прежнему еще была у вас. Вы давным-давно подобрали в себе это убеждение, уже давно из него выросли, но оно еще было с вами. And you know it's not true anymore, but you've been listening to it. И вы знаете уже давно, что это неправда, но вы по-прежнему слышали и слушали, прислушивались к нему. I want to hear that, so make sure you. Я хочу, чтобы вы написали и об этом тоже. Remember, breakthrough out loud. Помните, это называется прорыв громкий. Вы совершаете прорыв, заявляя о себе, заявляя о своем прорыве. Публично. I want to share in your breakthrough. We want to share in your breakthrough. И мы хотим увидеть ваши прорывы. Мы хотим увидеть ваши прорывы. We're going to have so many more when we come together, but you can start having them today. И у нас будет еще больше прорывов, когда мы встретимся вместе в Киеве на тренинге. Но мы хотим, чтобы вы начали совершать свои прорывы уже сегодня, уже сейчас. And then on our next session, may I share that with them? На нашей следующей встрече. Спрашивает Лиза, можно рассказать вам, что будет? We're going to talk about what does it mean to give yourself 1,000 second chances to play big. Мы расскажем вам о том, как дать себе 1,000 новых шансов, чтобы играть в жизни по-крупному. How do you take big leaps versus baby steps when you're ready? Как совершать большие гигантские скачки, а не делать маленькие микроскопические шажки? How do you give yourself permission to stand in your greatness? Как разрешить себе быть уникальным и удивительным? That's our next video. Это в следующем видео. And I can't wait to share with you some techniques to get there. Я не могу дождаться, чтобы поделиться этими техниками с вами. До следующей встречи в следующем видео. Пока.